Это знаете, как анекдот, да, когда у русских же есть выражение, да, ты как огурчик, ну, то есть свежий. У армян есть выражение хьяр. И когда русские с армянами сидят за столом, и русский армянин говорит, ну, ты как огурчик, асма инчасэль, асма вонсур хьярыльнес. Это то же самое. Не переводите с армянского на русский.